and the bass keeps running, running, and 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 in this context, there's no disrespect. So when I bust my rhyme, you break your necks. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. Вот мы хотим, чтобы люди хотя бы чуть-чуть задумались о своем здоровье. Я считаю, что люди, которые не могут бросить курить, как бы им это обидно, вполне возможно, не было, слабые люди. Потому что я не понимаю, как человек может быть зависим от чего-либо, что бы это ни было. Спросим у ребят, что значит быть частью ромашки. Привет, расскажи, пожалуйста, твою роль в этой ромашке. Ты главная? Нет, я лепесток. Я свободу. Свободный лепесток. Отлично, спустимся в коренек ромашки. Как там ребята поживают снизу? Привет. Ты внизу пищевой цепочки. Тебе не обидно? Нет. Нет? А расскажи о своей роли. Ну, я в роли ножки встают в самом последнем. Мы против курения. Мы против курения, да. Не курить, не курить, это плохо. Может попасть умственный интеллект. Потому что туберкулез будет. Вредно для организма, для зубов. Рак легких. И ты умрешь. Да, и как можно не послушаться детей и все еще оставаться курильщиком? Это просто ядерный взрыв. Ну что, нашу акцию поддержали коммунальные службы города. Теперь мы не одни. Они решили сделать зловонный запах, чтобы курильщики перестали чувствовать этот вкус и желание курить. Если вы будете курить, такой же будет в ваших легких. Люди, одумайтесь.